Живет в Ленинграде знаменитый подводник, ученый, герой Советского Союза Сергей Прокофьевич Лисин. То, что было в юности, в 30-м году, оставил глубокий след. Мне припоминается, как мы из Саратова в теплушках поехали с песнями строить первый трактный завод в нашей стране. Приехали мои сверстники из разных городов, и вот после первого знакомства стала создаваться вскоре комсомольская организация механо-сборочного цеха. Я припоминаю таких славных ребят, как Леша Зябрев, Костя Лянгузов, Яша Френкель позднее, с кем я познакомился. Затем очень ярко себя зарекомендовавший на период строительства Зазули Женя и для других ребят и девчушек. Многие из нас были уже квалифицированными рабочими. Но вот меня лишь потянуло вот это грандиозный размах строительства, созидание нечто нового, завода, очень важного для нашей страны. И вот когда мы прибыли на стройку, разместились, как я помню, в бараках, так мест на 100. Конечно, комфорт был не очень привлекателен, но я помню, нас совершенно это не смущало. Какая-то удивительная была такая беззаботность в этом смысле о своих удобствах. И все мысли были направлены к тому, как нам здесь приложить свои усилия, чтобы завод был построен в те сроки, которые были указаны нашей партии. Теперь не три ордена на заводской проходной, а 4. Недавно тракторный получил еще одну награду – второй орден Ленина. И никакого ныне не было. Порой и не доедали, может быть, а уж в холоде, бесспорно, часто нам приходилось бывать. Я жил в 812-м бараке, и был такой дружный коллектив, сложился в этом общежитии. Все вовремя вставали, шли на работу, каждый по своим участкам, цехам. И таким образом мы дожили до радостного момента выпуска трактора.
нынешнем 70-м году заводу 40 лет. Но не забыты традиции первых комсомольцев. Многие молодежные бригады уже завершили пятилетку и шагнули в 71-й. Они изготовили из сэкономленного металла 150 тракторов и передали их лучшим механизаторам страны. Комсомольцы тракторного первыми в стране создали фонд Ильича и предложили в счет этого фонда сделать 100 тысяч машин. 100 тысяч тракторов, о которых мечтал Ленин. Во время войны тракторный выпускал танки, знаменитые 34-ки. А когда враг подошел к городу, рабочие под огнем в разрушенных цехах продолжали ремонт танков. Развален был тракторный после Сталинградской битвы. Ни одного уцелевшего цеха, ни одного станка. 40 тысяч воронок от мин и снарядов на территории завода. И снова, как в 30-е годы, ехали на тракторный юноши и девушки со всех концов страны. В июле 43-го ушел первый эшелон танков. В августе 44-го первые тракторы. Жизненный путь всех их начался на тракторном. Таня Барсукова приехала на завод из Михайловки. Таня Коршунова из Камышина. Таня Козлова из Марийской Республики. Талгат Валишин из Башкирии. Украинец Юра Кондратенко пошел на тракторный после службы в армии. Тракторный дал им профессию, обучил мастерству . А они отдали свое умение заводу и помогли выпустить миллион тракторов. И этот миллионный трактор вручили Сергею Андреевичу Гайдамакину,
тому, что 30 лет проработал на первом тракторе. А тот первый отправили в Москву в музей революции. Нередко приходит сюда инженер-полковник в отставке Яков Иванович Френкин. 40 лет назад, 17 июня 1930 года, когда первый трактор сошел с конвейера, Френкелю поручили отвезти его в Москву на 16-й съезд партии. Мне тогда только исполнилось 19 лет. И мне очень, конечно, хотелось выполнить это задание. Хотелось поехать в Москву на 16-й партийный съезд. Но я, по правде говоря, немножко сдрейфил. В этот день, когда трактор сошел с конвейера, и мастер повел его на призаводскую площадь, на митинг, посвященный торжественному пуску завода, трактор, не доходя до заводских ворот, на небольшом подъемчике заглох. Мотор остановился. А я слыхал, что в Москве, Москва стоит на семи холмах, там есть подъемы и спуски. Если трактор не смог у себя взять маленький подъемчик, как же тогда в Москве? А если в Москве он остановится? И поэтому мы решили на утро с Тоскуевым, что поедем вместе с трактором в товарном вагоне, а не в купе пассажирском. Захватим с собой необходимый инструмент и попытаемся в вагоне его отрегулировать. И вот на одной из станций, или даже полустанки, мы слышим, что поезд остановился. Кто-то ходит вокруг вагона и хотят вагон отцепить. Мы раскрываем двери нашей теплушки и смотрим, железнодорожники действительно хотят отцепить вагон. Они нам рассказывают, что вагон ваш горит, и нельзя его дальше пускать. Мы им говорим, как же так он горит? Ведь мы просто, видимо, когда отвернули топливную трубку от карбюратора, видно, керосин разлился, смыл смазку с букс, и буксы загорелись. Мы им говорим, достаточно смазать буксы, как можно дальше ехать. Они не хотели ничего слушать, но тогда мы им говорим, ведь мы же везем трактор. Первый трактор Сталинградского тракторного завода на 16-й партийный съезд. Они вначале нам не поверили. Они говорят, как же так? Завод, они слышали, конечно, что завод строится. Только завод начался строиться, а вы уже говорите о том, что тракторан выпускают. Но когда они нам поверили, задержали пассажирский поезд, смазали буксы, и мы покатили дальше. Весть о том, что едет первый трактор в Москву, обогнала поезд. И уже на всех остановках нас заставляли, чтобы мы рассказывали о тракторе, как он работает, сколько он расходует топлива, долго ли ему научиться. Особенно интересовались, конечно, крестьяне. Какие сельскохозяйственные орудия можно к нему прицеплять. Мы знали, конечно, и ожидали, что нас в Москве будут встречать. Но мы не ожидали, что будет столько демонстрантов с красными знаменами, с транспарантами, с духовыми оркестрами. Ярослав Смеляков тогда написал стихотворение. Это шел вдоль людской стены, оставляя на камне метки трактор бедной еще страны, шумный первенец пятилетки. Пригласили группу комсомольцев-семитричников того времени на юбилей 38-летия завода. Человек 18 было поручено, людей из разных городов. И я припоминаю, с какой теплотой нас принимала юность завода теперь. Сколько было очень встреч ярких, волнующих. И вот, смотря на эту юность сейчас, мне просто приятно было, с каким они интересом относятся к прошлому. И с какой-то бережливостью, юношеской бережливостью, хорошо думает о тех годах, прожитых нашим поколением. Я глубоко убежден, что сейчас эта юность по-прежнему с таким же упорством и трудится, и, как я убедился, выпускает первоклассные трактора.